Всем привет, с вами Неломоб. Мы сегодня играем в игру под названием Hello Neighbor 2 1.5 альфа. Запускаем нашу сохранялочку. И мы остановились на том моменте, когда я, собственно, уже все ресурсы собрал. Ух ты. Все ресурсы собрал, все у меня есть. И теперь мне осталось получить только шапку. Больше тут ничего мне делать. Я возьму нетушитель. И мне сказали, что мне надо будет с помощью него попасть либо в эту вагонетку, которая на кабеле висит, и там где-то будет ключ. Тут, по-моему, все закрыто, а вот здесь, если присмотреться, по-моему, есть какая-то вот открытая дверь. Я думаю, что как-то надо искать способ попасть в нее. Тут вряд ли как-то с этой стороны, а вот тут можно пытаться. Пока что иду вот здесь, посмотрю. А ну-ка. Нет, не получается. Нет, что не выходит. Как туда наверх попасть? Давай, неси меня! Огнетушитель не работает, как я хочу. Ладно, пробую обойти кругом. Пробую это дело... забраться наверх. Отсюда на огнетушитель туда наверх залететь. Это вообще реально? Без понятия. Ах, не выходит. Может, надо крюкошку туда вначале? Не знаю, не знаю. Будем сегодня пробовать. Будем сегодня пытаться. Так, что здесь? Тут у нас... Что у нас тут есть? Какие-то плакаты, кабели. Мы пробуем наверх сейчас залететь. Внушитель как будто бы тебя парирует. Оно тебя не подносит прям в воздух, не подкидывает. Ты с ним можешь с помощью внушителя только парировать. Видишь, вверх оно тебя не кидает. Вверх оно тебя не выносит, огнетушитель. Ты сможешь с помощью него только парировать. Так, оп, присел, встал. Так, как туда наверх попасть? На забор. Так, я на заборе. На краешек. Ей зацепился. На этом. Как туда наверх еще выше залезть? Я наверху. Нет. Я не наверху. Блин. Надо было, наверное, крюкошку брать. Видите, я тут падаю, у меня все с рук, кажется, вывалилось. И где огнетушитель делся? Я вообще тут не вижу. У меня в руках его нет. Он как будто бы испарился, огнетушитель. Это печаль. Как туда наверх попасть? Надо как-то на камни. С камней сюда, то отсюда вот сделать прыжок на туда. Без понятия. Но огнетушитель явно пропал. Так, попытка номер два будем делать? Будем делать. Сделаю еще раз загрузку. И возьму в этот раз крюкошку и огнетушитель. Так, огнетушитель и крюкошку. Наверное, так будет лучше. Так, бежим, смотрим. Значит, нам нужно огнетушителем залететь как-то наверх. Огнетушитель меня с разгона, если я бегу, тогда хорошо, вот я лечу на нем. Но потом начинает как-то меня хаотично им... Влево-вправо заносить огнетушителем. А тут наверх как-то можно забраться. О, тут есть проходка. Так, берем, значит, крюкошку. И ищем тут возможность как-то зацепиться, заковыряться туда наверх. Ну, тут я, у меня получилось здесь зацепиться. Возможно, это было правильное решение. Давайте так еще раз повторим. Вот так, раз. Здесь мне удалось зацепиться вот тут. Два. А вот тут как дальше поступать? О, цепанулся. Ай! Кажется, мне беда случилась со мной. Так, ну и что тогда? Раз, зацепился. Крюкошка только потерялась. Вот, блин. Это плохо. А, еще и меня... Огнетушитель забрал у меня. Отдай огнетушитель! Блин, так я так никогда это не сделаю. Он сейчас огнетушитель спрячет где-то в шкафу у себя, и ничего опять не получится. Берем огнетушитель. Берем крюкошку. Попытка номер три. Значит, как-то нужно попасть на верхнюю часть хотя бы. Может, там сделать сохранение, чтобы я себе оттуда загружался. Давайте так и поступим. Вначале здесь у меня хорошо получалось. Я вот здесь забрался. Вот это моя цель, попасть вот туда. Там вот даже вон, видно, что там какое-то... Как, там что-то есть интересненькое. Ну, должно быть, там синий ключик вы писали мне. А вначале вот здесь, допустим, я залез. Раз. Тут у меня тоже хорошо получалось. Цепанулся. Два.
Давайте здесь сделаем save, new save, допустим. Continue. Я вот тут нахожусь, и дальше надо думать, как мне поступать. Значит, мне не получилось наверх туда попасть. Получится ли тут с разгоном мне сделать прыжок и на огнетушителе туда наверх как-то на камни зацепиться? Не получается. Лот. Не получается. Огнетушитель. Подожди, не понял. Лот. Вот это что ли тогда? Я же сделал новое сохранение. Лот. Первое. А что у меня отсюда начинаю опять? Подождите-ка. Лот гейм. Последнее. 58, вот. А чё отсюда начинаю? Странные люди. Ну ладно. Я там сохранился, а я почему-то начинаю от этого гонщика. Хм, это плёхо. Я думал, буду сохраняться, мне будет так легче там как-то пролезть. Может быть, как-то на камне можно закарабкаться с помощью крюкошки? Нет. Так, вот здесь я наверх закарабкивался. Допустим, попробуем сейчас как-то вот здесь с помощью крюкошки залезть на камни. Что, невидимая стена, что ли? Не знаю, понемножку закарабкиваюсь. По-моему. Лезу. Как мне кажется, выше. Каждый раз все выше и выше. О! Так, и что? Я на этих камнях тут не могу становиться никак? Не отпускает меня? Меня вниз сбрасывает? Плоскую стену, что ли, здесь сделали совсем? А, не достаю до крыши красной, видели? Надо двигаться правее. Вот если бы у меня сохранение там сработало на красной крыше, оно сейчас меня опять возле... Нигде... Тут они как будто бы невидимую стену сделали. Есть, на красную крышу. Ну сейчас меня тут не пропустит. Или пропустит. Огнетушитель. Ай-яй-яй-яй-яй. Я так был близок. И огнетушитель сразу же теряется. Как будто бы он, у меня его и не было в инвентаре. Не выходит. У меня не получается. Туда забраться так просто. Как же это совершить? Как же это сделать? Как же это провернуться? Огнетушитель наверх так просто не забрасывает. Вверх не подносит. Я не знаю. Тяжело это дело провернуть все. Но я был близок, чтобы тут это дело уже сделать. Значит, я, в принципе, был, наверное, на правильном пути. Попробую еще раз. Так. 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 Ну там опять-таки я бы был бы под крышей, под красной. А он тут нигде не останавливается. Он тут не застроет нигде. Он колбасит, видите? Как будто он готов сразу вниз свалиться. Есть, получилось. Я на красной крыше. О, если бы здесь работало сохранение. Вот, допустим, сохраняюсь. Континье. Теперь мне надо отсюда как-то взлететь туда. Это реально вообще? Не знаю. Ой, у меня крюкошка там осталась. Вот, блин. Ладно. Нет! Там нужно что, переключаться на крюкошку? На крюкошку, что ли, переключаться? Лот, последняя. Чикс. Я буду на красной крыше? Нет, конечно. Меня сюда вернут. Еще и без крюкошки. Капец, как сложно это дело провернуть. Огнетушитель так сильно не забрасывает наверх, как хотелось бы.
То есть ты должен лететь на огнетушитель и переключиться на крюкошку и стрельнуть, и там зацепиться и подтянуться на крышу на эту. Наверное, так. По-другому я даже не представляю себе, как это еще можно сделать. Так. Допустим, берем вот это. Цепляемся. И сохранение не работает нормально. В чем проблема? Главное, что сохранение нормально не работает. Ого, цепнулся. Есть. Я наверху. Тут нужно как-то реально вылететь на огнетушителе хорошо. Давай. Есть, получилось. Я наверху. Так, а теперь что? Как мне там подсмотреть внизу? Я наверху. Сохраняйся, не сохраняйся, все равно я начну. Ну я сделаю сейв, попробую. Даже new save нажму. И теперь как-то вниз спуститься аккуратно там. Так, а где вход-то? Я даже не знаю, где вход. Я не вижу его. Кто-то видит? Я не вижу его, вход внутрь. Где он? Это, наверное. Наверное, этот. О, там какой-то мужик стоит. Ты кто такой? А, это он был в той Hello Quest. Смотри. Эй, чудик. Покажи себя. Что он там? Газета в руках. Такой-то шпион какой-то. Шпион реально. Так, теперь тут где-то был... Во. Ключ синий. Шпион охраняет ключ. Ах ты шпион такой-сякой. Смотри на него. Шпион. Я от ключ твой похитил, ты видишь? Похитил ключ у шпиона. Посмотри, что он там в руках что-то. Как будто смотрит на часы, на время какое-то. Но я у него похитил ключ, у меня получилось. Ладно. Хорошо, теперь надо сюда, наверное... Ой! Огнетушитель! Ай-яй-яй-яй, я его разбил, по-моему, да? А ключ хоть остался? Ё, хоть хотя бы ключ остался. А где я еще огнетушитель себе достану? Может, он мне еще понадобится? Так, ключ, ладно. Я главную цель свою выполнил. Достал ключ синий. Синий ключ был для того, чтобы открыть у нас этот заднюю будку, это задний туалет. Или подсобку эту, да? Чикс. О, пропеллер. Так. Есть. И как его теперь использовать? Я пропеллер нашел. Достал его, наконец-то получилось у меня. Так, теперь что? О, на голове. Ну? А что у меня не воздух? Он у меня на башке. Как им летать? А! Почему он вылетел у меня? Пропеллер. Почему ты меня не в воздух не подносишь? Надо, пока он раскрутится. У меня не... Воздух. Как летать? О, shift. Ага. О, полетел. На shift держу. Держу shift. И летю. Держу shift и летю. Могу вверх лететь, куда хочу теперь. Вот так это ж круто. Это свободный полет. Куда хочу, туда и летю. Давайте полетим в гости к этому, как его? К шпиону. Смотри, как классно. Shift отпустил. Ну, медленно летит, на самом деле. Я туда долго буду к шпиону лететь. Но я смогу туда на гнездо еще залететь на этом. О, там вороны летают. Прикольненько, слушай. Надо сделать сохранение, наверное. Смотри. Вверх, вниз. Оп.
Так, давайте сделаем сейванемся тут на всякий пожарный. Ха, прикольно. Я, короче, получил то, что хотел. Конфетки. Кому конфетки? Так, к шпиону лететь или к тому гнезду? Давайте к гнезду полетим к тому. К шпиону не хочу. К шпиону и так там уже все. А тут гнездо еще было какое-то загадочное, которое мне было интересно тоже просмотреть. Лучше я к нему полечу. Там я точно не был. И... А там была невидимая стена. Вот тут здесь была невидимая стена. И в той вагонетке, в которой тоже можно было... Вот это мне интересовало гнездо. Что на этом гнезде прячется? Теперь могу реально посетить всякие такие места, которые раньше были мне недоступны. Мне кажется, большинство таких мест, которые мы тут с вами не можем добраться, там просто будет невидимая стенка. Туда нельзя будет попасть вообще. Ну, это максимальная скорость, как мы можем лететь. Вот shift нажимаю, воздух поднимается. Просто W жму вперед, типа, то он у меня просто летит и все на том. Ну, а смог бы я туда добраться без огнетушителя? Нет. Никак. А смог я туда залезть наверх без крюкошки? Наверное, я тоже бы не смог. А что там такое лежит? Подожди, там что-то есть. Что это такое? Какая-то игрушка? Там явно что-то лежит. Фотоаппарат? Фотоаппарат! Я футик нашел. Как фоткать? О, снимки. А где, чтобы делать скриншоты, видимо. А куда они сохраняются? О, мои ноги. Мы можем теперь лететь и делать фотографии. Интересно, куда скриншоты сохраняются? Я ведь никакую папку не выбирал нигде. Не, ну красиво в любом случае. Летаешь себе. Так, а к этой будке бы... Чикс. О, снимки вон слева, сверху. Наверное, куда-то они сохраняются. Какую-то папку специальную. Может быть, где-то в диск C, документ, там, знаете, фото. Я потом поищу. Я хочу шпиона сфоткать, наверное. Хочу посмотреть, что в этой будке. Кто там сидит? Кто в не будке, кто в этой вагонетке? Там кто-то есть или нет внутри? Фотоаппарат нашел. Прикольно. Так, или там досками забито, мне лом нужен будет. И спуститься на веревке. Я вижу уже доски. Видите? Чикс. Доски вижу, заколочено. Смогу ли я там с левой стороны туда внутрь попасть или нет? Большой, прибольшой вопрос. Там кто-то сидит внутри? Такое ощущение, там кто-то, как будто бы кто-то есть. Это чье-то лицо? Там кто-то двигается? Там кто-то двигается, по-моему. Кто-то там двигается реально. Кто там двигается? Сфоткаем. Кто-то там? Кто там сидит? Доски. Кто-то там сидит. Кто там сидит? Ты кто такой? Мужичок какой-то в маске. Ты кто такой? Тебя сейчас сфоткаю. Делаем снимки. Смотрите-ка, шпион какой-то еще один, еще какой-то персонаж, маска. И нос свой чешет. Носатик, носатик какой-то. Ты кто такой? Какой-то носатик непонятный. Я тебя хочу спасти, я вижу, ты тут в заложниках. Доски, которые можно отковырять или нет, как вы думаете? Не знаю, ломик не брал с собой. Может быть, я могу к нему туда внутрь попасть? И что будет, если я его спасу? Не знаю. Я... Вот кто-то пробовал уже это дело открыть как-то? Возможно, это реально. Ну, может быть, это мне только кажется, что там можно открыть. Нафоткал его, нафоткал. Идем дальше. Идем к этому пофоткаем. Но тут я уже был. Прикольный, конечно, вертолет. Только медленный очень. Пофоткал. О, там бегает ворон. Смотри, улетает. Уи-оу, полетел. Так, а вот наш, собственно, шпион. Шлям-попо. Шпион, шлям-попо. Вот он. Чикс, я тебя тоже заснял, чувак. О, смотри на меня. Улыбочку. Как-то фотоаппарат странно как-то растянуто фоткает.
Видите, как слева растянуто? А, я с собой загораживаю. Там симки появляются, в общем. Ладно, давайте на этом пока что видео завершим. В принципе, тут, наверное, уже все, что можно было, сделал. Но у меня есть еще парочка идей к челленджам. Возможно, на следующей неделе, в субботу, я тоже отсниму это. И порадую вас видеороликом еще по этой игре. Пока что все. С вами был Ниломоб. Мы играли в Hello Neighbor 2, альфа 1.5. Ждем новых обновлений, новых каких-то штукенций, которые мы сможем с вами посмотреть в этой игре. И, короче, ждем. А чё? А, вертолет работает. Снять его. Снять. О, теперь могу нормально двигаться, когда вертолет меня не притормаживает. Теперь все хорошо. Но можно еще какие-то места поискать, куда можно залететь. Если вы их знаете, то, конечно же, пишите. Возможно, куда-то и залетим. Все, всем пока-пока.